Здравствуй, малыш. Это твой первый день. Ты будешь именован как КР-01/138. Мы ждем от тебя великих свершений. Ты родился в опасные времена, выжить в которых поможет твоя сообразительность. Но в большинстве случаев обрести победу помогут твои прирожденные физические способности. Более того, ты превзойдешь многих своих собратьев. Ведь ты, Командос, солдат элитного и без сомнений лучшего подразделения. У тебя есть оружие, броня, а самое главное — твои братья. На нашей планете Айвы охотятся стаями, чтобы поймать добычу покрупнее. Так и ты, наряду со своими тремя братьями, станешь свирепым охотником на Страже Республики. Теперь прими свою судьбу, примкнув к стае в качестве ее вожака. Примкни к отряду Дельта. Это Дельта-40, ваша опора, безупречный и дисциплинированный солдат. Это Дельта-62, сердце и душа вашей команды. А это Дельта-07, самый свирепый охотник среди ваших братьев. Каждый из вас — часть одной личности. Республика призовет вас на службу, и если понадобится, вы пожертвуете своей жизнью. Сержант, сажайте солдат на корабль! К взлету готовы! Корабль на месте! Ну же, группа Б, шевелитесь! Вперед! Пушки сдвиньте к корме! Загружайте патронные снаряжения! Вперед! Вперед! Сэр, на время перелета мы должны разделиться, но мы встретимся на Геонозисе! Не отставайте, сэр! Геонозис Дельта-38. Приятно видеть, что вас наконец-то отключили от симуляторов. Меня назначили вашим советником. Я стану вашим проводником, пока ситуация не изменится. Или нас всех не убьют. После посадки вам необходимо встретиться со своим отрядом. Дельта-62 где-то поблизости. Ваша первая задача — найти его и объединиться. Ваша основная задача — найти Санфека и уничтожить его. По ходу операции я буду сообщать вам дальнейшие приказы. Удачи, Командос! Вот и зона высадки, спускайтесь. Осторожно. При необходимости я буду снабжать вас всей тактической информацией. Она будет отображаться в виде голограммы на вашем визорном дисплее. А текст сообщений будет выводиться в этом месте. Вот и ваше задание. Ваша главная цель — это глава Геонозиса, Санфек. Дельта-лидер, крайне важно, чтобы Санфек не сбежал. Дельта-лидер, с вами все в порядке. Вам только что задела противопехотная пуля. Состояние вашего здоровья не очень хорошее. Подлечитесь бакты, прежде чем идти дальше. Рядом с вами бакт-автомат.
Пройдите по автомату и подключитесь к нему. Вы увидите высокое устройство с крестом. Командир, сканеры показывают, что ваши здоровья в норме. Можно продвигаться дальше. Они в окопах! Отходим, Сетергама! Отходим! Получено новое задание. Доберитесь до упавшего корабля. Обновляю показания целевого компаса. Целевой компас указывает на вашу следующую цель. Дельта 38, очистите зону возле упавшего корабля. Чтобы ты разрушил этот бункер. Отлично. Жуть как хочется что-нибудь взорвать. Подождите, сейчас перетрясусь. Внимание, отряд. К вам приближаются океанские войны. Постарайся нас не взорвать.
Заряд заложен, готов к детонации. Он в вашем распоряжении, босс. Когда будете готовы, босс, подорвите его. Уничтожен. Советник, тяжелая артиллерия преградила нам путь. Вам направляется корабль «Хакер». Они повсюду. Продолжаем, командос. Я буду следить за вашим продвижением из корабля. И в случае... Помните, Дельта Риттер, ваша главная задача — это Санфэк. Но сейчас необходимо встретиться с Дельта 40. Жду ваших приказаний. Вперед! Геназианские войны! Это хороший выстрел. Дельта 40 находится за этой дверью. Заложите заряд и взорвите. Я скажу ему, чтобы он отошел. Выполните процедуру разрушения. Смотрите, Дельта, сейчас будет фейерверк. В этом деле лучше не спешить, сами знаете. Заряд заложен, готов к детонации. Он в вашем распоряжении, босс. Сейчас отправим. Подключаюсь к вашему визорному дисплею, сэр. Дельта-лидер, советую вам приказать Дельта-40 взломать управление щитом. Он в этом просто профессионал. Состояние и расположение вашего отряда отображаются тут. 3, 2, 1. Дельта-40 докладывает об успешном. Мы внутри. Можете звать меня мутантом, но мне кажется, что здесь насекомые. Вроде бы мёд. Вперед, вперед, вперед! Вы приближаетесь к двери, ведущей в ангар. Активность в ангаре свидетельствует о том, что они не знают о вашем присутствии. Советую выполнить процедуру взлома терминала этой двери и тихо войти внутрь. Лидер отряда, красиво вышло. Сделаем это по-тихому, Дельта. Мне необходимо прикрытие. Мне нужно прикрытие. Взлом завершен. Можно идти дальше. Советник, в ангаре мы обнаружили пару геоназианских истребителей. Мы не можем позволить использовать их против нас. Уничтожьте их. Цель загружена, ваш телепорт-компас. Выполнить процедуру разрушения, Дельта. Запал установлен заряд. Прикройте меня. Граната пошла. Там красный, красный, зеленый. Или красный, зеленый, красный. Дельта 40 вылечен на 100%. Ложись! Это не лучший способ остаться незамеченным. А здесь темновато. Отряд Дельта, переключите режим визора.
нужна перезарядка. Переключаю визор на ночное видение. Это дроиды. Благодарю, вы попали. Достаточно светло. Есть, сэр. Смотрите, звучали. Хорошо, теперь используйте подрывной заряд, чтобы расчистить проход. Дельта, решить проблему с взрывчаткой. Так точно, устанавливаю заряд. Прикройте меня. Заряд почти установлен, сэр. Взрывать, когда будете готовы, сэр. Укрытие, Дельта. Идем дальше, Дельта. Дельта-лидер, вы должны держать свой отряд под контролем. Для этой цели используйте команды. Вражеская техника уничтожена. Он находится на один уровень ниже вашей текущей позиции. Геоназианцам известно о вашем присутствии, и они в полной боевой готовности. Так что будьте готовы к серьезному сопротивлению. Отлично! Отверстие в конце этого коридора находится прямо над стратегической комнатой Санфека. Вы можете спуститься вниз по веревке. Дельта-лидер, Дельта-07 рядом с вами и остается в укрытии. Продвигайтесь с осторожностью. Дельта-07 подключается к вашему визорному дисплею, сэр. Знакомишься с местными, да, седьмой? Было весело. Где Санфек? В следующей комнате, босс. И не беспокойтесь, парни, пару мишеней я вам оставил. Иду в укрытие, жду приказаний. Выбежал в дверь! Остановите его! Он смог вырваться! Дельта-лидер! Крайне важно, чтобы Санфек не сбежал! Еще один убит! Красиво ты гляди, босс! Боевые супердроиды! Всем отрядам сконцентрируйте огонь на одной цели, чтобы пробить ее броню! Дельта-сорок перезаряжается! Быстрее, Дельта-38! Я засек передачу энергии на истребитель Санфека. Вас понял. Впереди супердроиды! Ликвидировать цель. Начать штурм двери, командос. Приступаем к штурму двери. Заряд установлен. Назад. Ложись! Вперед! Вот он, по ту сторону щита! Дельта-лидер, прикажите Дельта-07 занять снайперскую позицию. Нам нужно взять Санфека на мушку. Санфек убегает! Дельта-лидер, крайне важно, чтобы Санфек не сбежал. У вас заканчивается время. Истребитель Санфека сейчас взлетит! Дельта, да что же вы делаете? Он взлетает! Ты его упустил! Да! Обожаю этот запах! Не
чую только запах горящего кинозианца. Дельта-38, мои сканеры засекли взрыв. Так точно, объект уничтожен. Вы это видели? Этот корабль не похож на кинозианский. Так точно. Он не опознан. Я проверил в базах данных разведки. Продвигайтесь дальше, Дельта. Нет времени праздновать, Дельта. Стало известно, что отряд под командованием Дельта-36 был потерян. Их задание заключалось в уничтожении фабрики дроида в этом секторе. Теперь это задание вашего отряда. Пройдите к лифту. Вперед!